Всем привет, меня Александр Навас, и сегодня я играю в Far Cry 5, и в данном видеоролике сегодня я дойду наконец-то до... Сейчас скажу до чего. Сейчас... Это получается здесь. В общем, мы сегодня поиграем. Так, мы должны что сделать? Давайте... Начнем сначала это. Где-то там вертолет оставался, нет? Что, сожгите. Сожгу я как? Не могу сосредоточиться. А вот он стоит, ему вообще пофиг, да? Или чё? Иди сюда. О, вертик мой. Прикольно. Чё такое? Ну да ладно. Сожжем. Черт, не так. Давайте так. Так. А как ее жечь-то? Кто мне скажет? Кто мне скажет, как ее жечь? Кто мне скажет, как ее жечь? Тебе придется найти его. Сейчас посмотрим, что мы можем купить. Боеприпасы. Не, давайте купим что-нибудь такое. Прикольно. Лопата нет. Нет. Пистолеты нет. Дробовики нет. Автомат нет. Винтовка нет. Снайперская винтовка. Возможно, вот это вот хорошая винтовка, по-моему. Я ее, конечно, покупать. Нет. Какие-то гранатометы. Что такое? А, ясно. Да ладно. Пока что нет. Оружия тоже нет. Одежду я, по-моему, покупал. А. По-моему, мы уже можем купить что-то. Нет. Костюм выживальщика уже есть и Омега. Что поставить? Омегу или костюм выживальщика? Давайте костюм выживальщика. Еще давайте купим. Не знаю даже, что купить. Можно штаны купить. Это для торса тоже. Торс. Получается 2700. 2700. Получается, если я куплю вот это вот, 2700. И ноги тоже 2700. Прическа пока что такая, кепка пусть будет такая, руки вообще без перчаток почему-то. Ладно, давайте я пока что куплю. А что там, костюм их нету? Вот костюм весь. Вот он весь. Такой и такой. 7200 нужно иметь, чтобы купить его весь. Да, прикольно. Ладно. Так, ну, давай. Так. Как я ее сожгу-то, блин? Чем я ее сожгу? Ты отлично показал себя в тюрьме. Так, это что такое? Что будет, если долго в ней постоять? Кто знает. Да, по-моему, здесь вообще пофиг.
Нет, тут нифига не происходит. Ладно. Как я подожгу я? Вы мне скажите. Сложно поверить, что все это из-за цветочков. Без тебя мы бы тут не справились. Сожгите. А чем я сожгу? Чем? Нужны коктейли Молотова. А где я их возьму? Надеюсь, пиканты оставили нам свои. Значит, работы. Получается, берешь ты эту штуку. Из них что-нибудь полезное. Так. Здесь вот коктейль Молотова. Где он? Вот он. 8. Динамит. Без тебя мы бы тюрьму не отстояли. По-моему, должна быть... Только реши, что знаешь, коктейль почти, Молотова. Нет места. Бац, почему такое? Нет места? Ладно, сейчас... Что мы сделаем? Ладно, снаряжение давайте. Чего у меня нет коктейля Молотова, что ли? Ничего. Граната, коктейль Молотова 3. У меня есть 3, чё? Давайте мне. Нет, не понимаю. Так. Чая, вот он. Нет, у меня нет коктейля Молотова. Ладно. Сейчас решим эту проблему. Вот они. Погнали. Отойди оттуда, пожалуйста. Отойди. Погнали. Жечь так жечь. Здесь я правильно сидел. Сложно поверить, что все это из-за цветочков. Может, неправильно жгу? Не работает. Что надо делать-то? Как я зажгу? Мы бы извлекли из них что-нибудь полезное. Как жечь-то? Как я сожгу? Скажите. Как мне сжечь-то? Ладно, допустим. Ты уверен? Мои цветы несут надежду. Ты несешь разрушение. Так, окей. У меня есть еще коктейли Молотова? Да, есть. Здесь правит верх. И в прямом, и в переносном смысле. Ладно. Как раз. Жжется? Все, нормально все. Прекрасно. Че, есть коктейли Молотова? Да, помощник, нелегко тебе придется. Будь осторожен. Помни, ты должен сжечь поля блажи. Так мы выманим Фини. Нет, это не работает так. Я пошел. Нужен коктейль Молотова. Где его взять? Скажите, пожалуйста, где его взять? Искать. Нет. Так, а еще что есть у меня? Ноль. Медвежатина вкусная, если медведь сам мясо не жал. Шесть. Это ведь тоже? Нет? Нет, это не то. Это здесь должна быть. Я не знаю, где взять коктейли Молотова, я не знаю. Может, их собрать как-то можно, я не знаю. Сейчас соберу, может, как-то. Каким-то образом. А как его собрать-то? Я
материалы, приготовление. Селектор оружия, селектор оружия. Где пьянство? Приманка, граната. Эти бумаги я трогать не буду. Боюсь представить, что в них понаписано. Я не знаю. Короче, я не знаю. Погнали, может, там где-то. Сменю позицию. Наверху хорошая позиция. Доложите. Ищите. Меня просто убили. Поможешь мне или нет? Помоги, 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 помоги. Надеюсь, мы возьмем тебя. Пуля основали. Так, у меня появилось хоть что-то. Хоть что-то появилось. Ноль. То есть я... Нет, у меня только граната. Эй, кто там? Отменить атаку. Ну и чё, и как теперь? У вас любовь, что ли? Динамит. А зачем мне динамит? Мне надо сжечь. Мне нужен коктейль Молотова. Где мне его взять? Кто мне скажет? Участка нет места. Ну где? О, какая-то еще. Где мне взять? Кто мне скажет, где мне взять? Взрыв... Не взрывчатку, а эту штуку. Ну вот, теперь они не смогут улучшать свою блажь. Нет. Нет. Я без понятия, где теперь запчасти доставать. Может, это? Чё? У меня в голове странная музыка. Так что если рядом есть враги, я всё равно не услышу. Я не знаю, короче. Тут нет. Тут нет коктейлей Молотова, это минус. Я не знаю, что с этим делать. Тут нет его. Мне нужны коктейли Молотова. Коктейли только Молотова решил, у меня нет. По секту все, и тут бац, такое. Короче, ладно, с этим пока что давайте закончим. Давайте пойдем туда. Дальше куда-нибудь. Потому что я не знаю, как собирать. Все электрические оружия, я не знаю, как собирать здесь. Я... Не знаю. А, во, может так надо делать. А, выпивка. Бесконечно. Нынче очень трудно достать патроны. Подробите закрыть. Лучше вживальщик, выпивка. Пусто. Я не знаю. Нет. Селектор оружия, ну что, и как... А, вот, изготовление, вот, ясно. Спасибо, все, сейчас изготовим из этого. Все, изготовили. Я понял теперь, как это делать. Так, окей, теперь мы берем просто. Берем. Должно гореть. Они жгут поля! Убить их! За отца! И это тоже поджигаем, по идее. Все. Все. Урожай! Спасите блажь! Они жгут урожай! По-моему, я все сжег, я не знаю. Многие хорошие. Не
помогай, помогай, помогай мне. Все, я, по-моему, сжег. Нет, не все сжег. Видимо, не все сжег. Но то-то все сжег. То все сжег. Все хорошо там. Надо было еще пару лет назад поместье отобрать. Но так, ладно. Поздно, чем никогда. Бежим туда. Так, и сжигаем опять. По-моему, так. Я не знаю, честно, вот так. По-моему, должно гореть. Но что-то нифига она не горит. Нет, она горит, конечно, смотрите. Эй, помощник! Финни едет к тебе! Это твой шанс! Эй, кто там? Винни на месте! Мы подъезжаем. Что там происходит? Сейчас проверим. Ну-ка, что у нас тут? Так. Где он? Назад! Ловушка! Отходим! Это засада! Пошли, пошли! Дуй на точку сбора. Мы разберемся с ними. Я не знаю, вертолет теперь нет. Я иду туда. Иду вперед. Поехали. Я уж думал, уедешь без меня. Парень, стреляй, 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 стреляй. Нет, 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 нет. Взорвался. Такой летел, летел и взорвался. Молотова есть, по-моему, все есть. Так, давайте. Берем наш этот. Надеюсь, больше сектанты не будут. По-моему, у нас здесь должен быть вертолет где-то. Если он здесь, конечно, остался. Потому что он должен остаться. Без твоей помощи мы бы не продержали.
У секты губа не дура. На стоянке Лорны есть бензин, припасы и вид на важный перекресток. Нужно вернуть это место пумам. Чтобы найти Веру, придется войти в плащ. А это что? Понятно. Так, ну что ж, пошли. Без вертика это, конечно, сложно будет. Да ладно. Неужели здесь нигде вертолета нет? Ну что ж, погнали тогда. Побегаем. Можно было продать? Да, давайте тогда продадим. Что знаешь про секту, все, и тут бац! Такое назад поместье отобрать. Но лучше поздно, чем никогда. Так. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Так. Так, мне нужно продать. Давай. Продать добычу. И продаем. Продать комплект. 400. Продать. Продать. И вот это вот именно. Это просто шкура грызли почему-то. Хотя это был этот. Как? Что помог тебе? Пошли. Пошли. Все хорошо. А вот и секрет. Все, по-моему. Подберемся. По-моему, там кто-то есть. Сменю позицию. Давай сразимся. Игра, я иду. Хана, сука. Контакт. Что? Он следит за тобой. Четко в рожу. Я тут, погнали. Стоп, давайте я лучше туда сяду. Ой, я лучше туда. Назад. Сяду. Назад садимся. В смысле? Почему ты туда можешь сесть, а я не могу? Ладно, поехали так. Так, едем мы. Да тогда? Давайте. Давай, 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 давай. Будет сделано. Если подумать, могло быть и хуже. Ну, осталось недолго, в общем. Так. Все, доехал. Эта музыка отлично подойдет для комнаты пыток. Что-то лагать начало. Я прикрою. Это получается что?
Катера-то нету. Катер-то где? Катера-то уже нету. Ладно. Самолет есть. Какая-то еще фигня есть. Так, ну ладно, давайте тогда. Поехали. Все, понял. Так, ну здесь недалеко, наверное, он сразу доедет. Конечно, он не вертолетчик, но да ладно. Вот, еще! С пленными. Нормально. Тихо. Пересяду. Дай сесть, давай садись, поехали, 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 поехали. Поехали, 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 поехали. Гони, 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 гони. Давай, 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 давай. Подъедь немного, блин. Ладно, есть тачка. Поехали. Ты что, без меня поехал? Эй, алло. Стой. Ладно, давай так. Я его завалил сначала. Спасибо, помощник. Давай, давай, да. Ты что, там ранен уж? Я пошел.
А, и дымчик, ладно. Чёртова сошка! Так, ладно. Свою обитель. Все летит к чертям. Они все равно обращают людей насильно. Типа для их же блага. Ужасно. Хорошо. Адьос, помощник. Чувствую себя настоящим героем. Так. Что если тебя скинуть? Вера, лжет. Давай сядем сюда. Не знаю, как это произошло, я просто хотел этого парня, короче, выкинуть. Нафиг он мне нужен. Ну да ладно, давайте. Дальше. Понятно, что урон при падении, я знаю. Я-то откуда знал то, что я упаду? Там кто-то из пулемета начал стрелять. Я выпрыгнул из машины, короче, ну вы сами все видели. Где мы? Мы, видимо, близко. Так, это что такое за место? А, это отмечено на карте вообще? Это отмечено как что? Какая-то фигня. Нет, не то. Сектанты даже животных не жалеют. Она жгётся. Ну ладно. Так, ну хорошо. А, то есть она вся, то есть, сгорит, да? Прекрасно, смотрите, она как хорошо горит. Жгется вообще. Ну, считайте, сожгли, ладно. Минус урожай. Тоже минус урожай считаете? Или здесь не считается? Окей. Ну, ладно, то сжег и все. Ладно, что там у нас? Черт. Ну ладно, пошли. Надеюсь, я не переломаю себе ничего. Не время дуракавы. Не. Не-не-не-не. Я передумал. Нет. Я передумал. Ну да ладно. Величайший каскадер Монтаны делает для Америки самый лучший подарок. Совершает отчаянный полет над долиной реки, выпуская залпы. Давайте попробуем, я не знаю. Орудия. Давайте. Чё, давайте. Так, что мы должны делать? Так.
Я вообще не умею. В смысле, а как плавать-то? Я не знаю, короче, как летать мне больше. Я вообще не понял, как летать на этом самолете, я вообще не знаю. Это как-то тупое. Я не знаю. А бинокль как включается? Кто мне напомнит? По-моему, как-то бинокль включался. Как-то включался. Бинокль надо клавиши посмотреть. Ладно. Это не так важно. Блин, нет! Опять! Блин. После задания. Ладно. Давайте еще раз попробуем. Так. Меньше тягу. Давай. А как взлететь-то, ё? Ло. Как это сделать-то? Ло. А это считается за то, что я взлетел или нет? Я не умею взлетать. Время истекло. И чё, это прям важное такое задание, да? Я не знаю, как просто летать, я не знаю, я что-то не хочу. Это выполнять. Имейте режим... Если сейчас опять эта фигня будет, я не знаю, что будет так. Нет. Ладно. Давайте. Может, как-то можно выйти отсюда, блин, достали они. Блин, не знаю, как теперь даже выйти с этого задания. Так, ладно, ускорение. Как взлетать-то, блин, вы меня научите, я не знаю. Что такое? Я не знаю, что такое. Может, так можно взлететь? Нет. Нет, это явно не то. Ну, надо посмотреть эти настройки, я не знаю, как посмотреть. Я не знаю, как просто взлетать. Короче, я не знаю, это какая-то херня получается. Я не знаю, как летать на этой херне. Я не знаю. Не понимаю. Так. Покинуть транспорт. Я не хочу это выполнять просто. Опять она меня отправляет, игра обратно меня отправляет туда. Туда. Я не знаю, как это проходить. Ладно, давайте еще раз попробуем. Ну, допустим, ладно, как взлетать здесь? Кто мне скажет? Костюмы. Нет, не то. Вы мне скажите, как здесь взлетать? Меню здесь есть какое-нибудь? Так, это надо думать прям вообще. Так, как нам пролететь? Я не понимаю, как управлять этим самолетом. Так, давайте. Погнали, давайте. Так. Так, завел. Давай! Взлетай! Давай! Как он взлетается-то, блин? Как взлететь-то? Так, а в смысле?
Я не понимаю, в общем, я не знаю. Вы можете включить и отключить в меню настроек. Сразу. Тягу не уменьшаем. Тихо, взлетаем, взлетаем, взлетаем. Я не понял, как надо проходить, честно. Я не знаю. Может, как-то надо взлететь? Погнали дальше. Опять заново, да вы что? Ладно, давайте еще раз. Не уменьшаем тягу, сразу вперед. Давайте, 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 давай, 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 давай. Так. Давай, 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 давай. Я должен успеть. Я, если честно, не знаю, что надо делать. Потому что я не знаю, как взлетать вообще. Я не знаю, как взлетать. Но это возможно. Взлететь возможно. Просто я не понимаю, как. Может, вот так вот как-то надо? Я не знаю. Сейчас попробую. Просто мне интересно. Далее. Быстрее, 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 быстрее. Пилот, время вышло. Ну я ж прошел что-то. Даже не, я не знаю, как делать. Я не знаю. Надо смотреть управление, я не знаю, как его смотреть. Так, давайте еще быстро посмотрю. Сейчас. Так. Как отсюда выйти? Кто мне скажет? А, есть 8 этих хрен. Погнали, давайте дополнительный куб ура. Забыл уже по этому хрени. Ладно. Как завершить-то это задание? Thank you.
Ладно, погнали. Блин, ну... Как это задание выключить вообще? Я не знаю, я не понимаю. Да подожди! Как его пройти? Как его пройти? Я не знаю, блин. Так, погнали. Ладно. Еще раз, давайте. Это просто вообще, это сложно очень. Погнал! Это все, это GG. Я не пройду, смотрите. Я не лечу! Как взлететь-то? Скажите мне, как взлетать на этой хрени. Я не знаю, как взлетать. На ней можно взлететь, но я не знаю, как взлететь. Может, это просто, я не понимаю, как. Давайте еще раз. Давайте. Погнали. Погнали. Давай. 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 Ну почему он вниз-то летит? Почему? По-моему... Я не знаю, как взлетать. Я не могу понять, как это сделать. Как вообще управлять? Я не знаю управление самолетом. Я не смотрел управление игры. Ни разу. Не смотрел управление игры. Я не знаю, как здесь что делать. Давайте еще раз. Может, здесь где-то написано, как эту хрень делать. Я не знаю. Давайте еще раз. Я не знаю. Это по-моему, не все управление, которое должно быть в игре. Давайте. По-моему, мы просто должны проехать. Потому что я не знаю, как... Может, здесь вообще это невозможно сделать? Пилот, времени не осталось. Что за фигня? Я не понимаю. Это прям надо останавливать видеоролик и смотреть управление самолетом в игре. Я не понимаю, как это сделать. Режим стрельбы. Я не знаю, как здесь. Я все кнопки перепробовал, я просто вот не знаю, как здесь что делать. Давайте, погнали. Давай. По-моему, здесь только работают кнопки вот пробел, С, А, Д и выстрел.
Давай, 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 давай. Время вышло. Так... Я прошел? Нет? Я не знаю! Давайте еще раз, ладно. Я не знаю, как пройти, я не знаю, правда. Давайте. Погнали. Я знаю, что я что-то делал не так. Тут только вот написаны вот эти вот кнопки. Я не знаю, что еще делать. Надо погуглить, как это все делается. Времени мало, времени. Прямо мне время истекло. Короче, ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами я, Александр Новасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Новасов. Пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.